Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, самый полезный, самый удобный и самый стильный в своей категории мобильный телефон всего за 1999 рублей. В чем его польза и в чем его удобство? Друзья, большие удобные клавиши, большой яркий дисплей. Функции смартфона доступны, посмотрите. Прямо сейчас он воспроизводит видео, друзья мои. Важный момент. Чехол в подарок при заказе во время прямого эфира, друзья мои. Колоссальная экономия. Сегодня действует скидка 1600 рублей. Несколько цветов. На выбор выбирайте тот, который вам больше нравится. Черный, золотой или красный. Красный, черный, золотой. Выбирай себе любой, друзья. Дальше. Чехлы, разумеется, тоже в цвет. В цвет корпуса. К желтому, к золотому золотой, к красному красный и к черному, соответственно, черный. Причем они защищают и заднюю, и переднюю часть телефона. Итак, давайте посмотрим, чем он отличается от обычного, неплохого и даже более дорогого телефона. Итак, вот он, обычный телефон, вот он самый, что ни на есть настоящий. Хочу сразу предупредить, стоит он дороже нашего. В общем, и выглядит неплохо. Современный обычный телефон с двумя сим-картами. Но я нажимаю на клавиши, на одну клавишу хочу нажать и попадаю сразу на несколько клавиш. Это проблема, друзья, потому что не то, что пальцы огромные. Нет, просто клавиши очень маленькие. Но есть решение этой проблемы, друзья. У нас есть наш потрясающий современный телефон с большими кнопками, с большим дисплеем, друзья. Вы посмотрите, как удобно все нажимать. Посмотрите, как просто и удобно эксплуатировать этот телефон. Большущие клавиши, металлическая окантовка, большой яркий дисплей. Все кнопки подписаны на русском языке. Видите, да? Запись, радио, фонарик, опции «назад» даже написано. Не стрелочка, а написано «назад», чтобы мы не путали, чтобы мы не переживали. Есть кнопочка SOS, о которой я обязательно расскажу. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Динамик громкий и мощный. Фото и видеокамера, друзья. Это действительно здорово. Плюс еще приятный момент, что мы можем запускать радио, а это очень востребованная функция у телефонов, одной кнопкой. Смотрите. Все, уже без наушников, без дополнительных каких-то аксессуаров. Громкий, очень громкий динамик, очень хороший прием. Вы можете отдыхать, вы можете работать, можете готовить с музыкой благодаря этому мощному громкому динамику. Я вам сейчас покажу, как выглядит этот мощный громкий динамик. Вот, посмотрите, здесь и аккумулятор очень выносливый, и динамик большой и мощный. Также здесь фото и видеокамера. А теперь внимание, тот чехол, о котором я вам говорил. Смотрите, вот она задняя крышка. Мы ее кладем вот сюда, чтобы вы ее видели. А вот он чехол. Вам не нужно на заднюю крышку. Вам нужно снять заднюю крышку и потом прикрепить чехол. Для чего это? Чтобы он не соскальзывал, чтобы он не выскальзывал, не выскакивал у вас из рук. То есть чехол крепится прямо в корпус самого телефона, надежно фиксируясь, надежно сцепляясь с ним. И он уже оттуда никуда не денется, вы можете быть абсолютно спокойны за это и не переживать абсолютно ни за что. Так, что здесь? Здесь важный момент есть то, что есть, в отличие от большинства других телефонов, фото и видеокамера. Причем, хочу сразу предупредить, неплохого очень качества. Смотрите, вот. Вот фото и видеокамера. Вот такие фотографии можно делать. Понятно, что это не профессиональная фото и видеокамера. Это, друзья, можно, благодаря этой фото и видеокамере, можно фотографировать объявления, можно фотографировать текст какой-то определенный, например, рецепты, чеки, ценники, все, что хотите. И, друзья, все это будет лежать в одном месте. Не надо будет ходить, вот, знаете, и искать среди огромного количества бумажек нужную. Все вот здесь, в памяти телефона, потому что бумажки захламляют нам и сумку, и машину, и квартиру. А здесь не нужно никаких бумажек, не нужно никаких записок. Сфотографировали, в том числе, кстати, и визитки. И все. И эта визитка, эта информация будет всегда здесь, в памяти этого телефона. Итак, друзья, самый полезный телефон, самый удобный телефон с большими клавишами, с ярким дисплеем. Кстати, обратите внимание, клавиши, цифры там выгравированы. То есть вы их сможете почувствовать пальцем. То есть вам не придется, знаете, смотреть. Можно вслепую набрать. Можно вслепую набрать номер телефона. Он удобен. Не нужно постоянно надевать очки. Это не нужно абсолютно, друзья. Звоните прямо сейчас. Заказывайте прямо сейчас. Оплата при получении на почте, друзья. Итак, смотрите, здесь есть важная клавиша, называется SOS.
это забота о близких. В чем особенность, для чего она нам нужна? Вот она здесь, эта клавиша находится, посмотрите внимательно, вот. Это для того, чтобы в случае экстремальной ситуации вам пришли на помощь, друзья. Давайте я вам покажу, как это работает. Смотрите, специально его кладу дисплеем вниз, клавиатурой вниз. И не глядя абсолютно вслепую, сейчас докажу, что можно на ощупь определить этот телефон. То есть представь, что я его не достаю из кармана просто и нажимаю на клавишу SOS. Еще раз говорю, тут все выгравировано, тут все просто, все понятно, звучит сирена. Звучит сирена, друзья мои, вот сейчас. И тут же еще набор номера идет. То есть телефон набирает еще номер. Вот, пожалуйста, вот такой номер. Смотрите, нажимаю разговор, ответить, все. Пошел разговор, идет общение. Это значит, когда звучит сирена, вас заметят, к вам придут на помощь, а телефон уже наберет номер нужного человека. Номер телефона вы сами задаете, устанавливаете. Еще придет сообщение, друзья. Придет сообщение о том, что вам нужно перезвонить, что вам требуется помощь. Подоспевшие к вам на помощь люди смогут объяснить вашему родному человеку, что произошло, какого рода помощь вам требуется. Это забота. Забота о самых близких, о самых дорогих, о самых родных людях, друзья. Плюс выносливые аккумуляторы, которые позволят вам все время оставаться на связи. Современный телефон. Хороший, с большим экраном, с большой удобной клавиатурой, друзья. Обратите внимание. У него очень выносливый аккумулятор. 566 часов может работать в режиме ожидания. В режиме разговора 13 часов. Это представьте, вы 13 часов без остановки будете разговаривать. Или музыку слушать 35 часов. 35 часов слушать музыку. Это 24 часа плюс еще 11, друзья. Итак, удобный, современный, яркий телефон. С ярким дисплеем, с ярким дизайном. Металлическая окантовочка смотрится действительно здорово. Удобный большой дисплей. Удобные большие клавиши. Современное меню, друзья. Все здесь продумано до мелочей. Есть фото и видеокамера. Есть то, что нужно нам, то, что мы любим. Им пользоваться можно без очков. Не нужно будет постоянно их надевать. Посмотрите, какой приятный со всех сторон, удобный со всех сторон телефон. Звоните прямо сейчас и заказывайте. Сделайте подарок действительно полезный. Не просто красивый, не только стильный телефон, но и в первую очередь удобный. Можно им пользоваться даже без очков, друзья. Это важно. Громкий динамик, отличная фото- и видеокамера, большие клавиши, кнопка SOS, яркий дисплей, выносливый аккумулятор. Все это об этом телефоне за 1999 рублей.